Новини меншчыны на нашым канале. У студыі Рына Смольская. Вітаю вас і сёння ў выпуску. Зеленый запас. На Миншине завершается массовая нарыхтовка трав первого укосу. Это тоже большой труд, большие затраты, но это уже мы говорим про зимовку 16-17 года. Летние клопоты. У в области распочалася подрыхтовка до цяпляльнага сезона. Сейчас пришло время, заменим. И на ближайшие лет 30-35 вопрос будет снят. Спякотная пора. Материал Татьяны Крыштафович. Творчий диалог, справы культуры обмерковали у Минаблвыканкаме. Творцы выступили с инициативой полепшить архитектурное обличье райцентров. Главная задача, чтобы был такой диалог между представителями органов власти и представителями творческих союзов. Зеленый запас. На Миншине завершается массовая нарыхтовка трав первого укосу. Убрана каля 70% площади. У лидерах Неосвижский, Минский, Слуцкий и Стародарусский районы. Сухое надворье сприяє высоким темпам работ. Так, на Клетчине максимально мобилизуют кадры и повеличивают працовный день. Особливо важно убрать все свое с шасова, каб зимой живела отрымала максимально якостный корм. Усяго ж у планах аграрию Минской области нарыхтовать 4 миллиона тонн сенажу. Так само почалася и первая подкормка яровых, збожевых, кукурузы и шматгадовых трав после первого укосу. Самое отрадное, что область и Клецкий район, племзавод «Красная звезда» сделали ставку на увеличение структуры многолетних трав бобовых культур. И сегодня нам предстоит, скажем, 772 гектара заложить люцерны, в том числе более половины в чистом виде. Это тоже большой труд, большие затраты, но это уже мы говорим про зимовку 16-17 года. Летние клопоты. На Миншине распочалася подрыхтовка до оцяпляльного сезона. Коммунальные службы у першую чаргу надают увагу ремонту коммуникаций. У приватности проведут модернизацию тепловых сеток. До початку оцяпляльного сезона створят запас мазуту и драуляного палива. До 1 вересня будут оформлены пашпорты готовности, теплокрыниц и споживцов тепловой энергии. Каб сэкономить бюджетные сродки, усе работы коммунальники меркуют выконывать уластными силами, без притягнения додатковых организаций. Спякотная пара, материал Татьяна Крыштафович. Подрыхтовка до цепляльного сезона, процесс складанной работы проводится у полусотни напрамках. Особливую увагу подрыхтовчий период будет нададено жилевому фонду. У порядок проведут дахи и стены шматповерховок. На балансе жилфонда находится 163 жилых дома. Согласно плану мероприятий, проводится капитальный ремонт и ремонт кровли. Фронт работы на улице Хонинага уражвает. Дамы утеплили теперь. Побач с дорогой специалисты перекладывают пит трубы, которые в будущем позволят не допустить страту и заховать тепло. Она рассчитана на 40-50 лет, эта труба. Это уже не первый год мы перелаживаем. Одно, что сохраняется тепло, меньше утрат уходит. Затраты топлива всего. Сёлетнее задание 2 километра сучасных теплосеток перекладено полова. Работы опереживают график. Были порывы. Зимой, соответственно, мы их латали, эти трубы дырявые. Сейчас пришло время, заменим. И на ближайшие лет 30-35 вопрос будет снят. У нас в городе протяженность общей тепловых сетей 43,64 километра. Из них 50% переложено на ПИ-трубу. На этот год у нас задание тоже 2,2 километра. Уже 1200 метров заменено, что уже больше 50%. То есть, выполнение плана у нас в этом году очень даже хорошее. Поступово иде ремонт котельни у Березинском районе. Их 11. До 1 вересня будут оформлены пашпорты готовности теплокрыницу и споживцов тепловой энергии, незалежно от их формы улад. Глобальных поломок не было, проблем не было. Мы работаем на местных видах топлива, то есть на древесной щепе и фрезерный торф. Что входит в подготовку к отопительному сезону, это в первую очередь чистка котлов. Чистка котлов, проверка и чистка, смазка системы топливоподачи, проверка тоже самое, чистка и смазка системы золоудаления. И остальное вспомогательное оборудование. Это сетевые насосы, система химводоподготовки котельной. Должны, согласно графика, данную котельную в августе месяце уже получить паспорт готовности. Все основные виды деятельности коммунальные службы будут выполнять сами властными силами. Подрядчики проведут только невеликий объем специальных работ. Это, в свою чергу, поможет значно сэкономить бюджетные сродки. Татьяна Крыштафович, Андрей Кульгавы, Миншина.
А тепер до надзвичайних здаренів. Порушення правил експлуатації електросеток і електрообсталювання стали причиною пожару, який відбувся у квартирі Жодіна. Евакуація жихару не проводилася. До прибуття підрозділів МНС яны покинули квартиру самостійно. Між тим потерпіла господиня, яна з попереднім діагнозом отручування продуктами горіння, бригада хуткой медицинской допомоги шпиталізована у больницу. Квартира не придатная для дальнейшего жилья. Творчий діалог. Справи культури обмеркували сьогодні у Мінаблвиконкамі. На зустрічу з керівництвом в області зібралося звиш 25 представників творчих союзів меншини. Головна мета подобних перемов – визначати і вирішати існуючі проблеми у культурній сфері столичного регіону. Поети, музиканти, мастаки, архітектори підвели виніки попередньої зустрічі. Є становчі приклади. Серед вирішених питань – повеличення заробка у певних організаціях культури. А так само будівництво виставочних зали у молодежні. Отсутність мастацької галереї було таким недохопом. І ось коли це питання узникло тут, в цій залі, то я відчуваю, що у худким часі це питання і буде вирішено. Відбудеться реконструкція, відбудеться ремонт, з'явиться обсталювання. Сьогодні, на жаль, молодь, дітки більш кинуті у полон інтернет-простору, інтернет-інформації. Повинні письменники більш активно, більш настойливо виступати у школах, у садках. Головна задача, щоб ці обіцянки, які були дані на нашій першій зустрічі і в будущем, которые будут, чтобы был такой диалог между представителями органов власти и представителями творческих союзов. Перший дорослий іспит на Мінщині паралельно з випускними екзаменами завершається уступна кампанія у гімназії. Сьогодні четверокласникам необхідно було здати диктовки по русской і білоруській мовах, написати контрольну роботу по математиці. Тим, хто поступав в установу едукації з творчим профілем навчання, чекало ще одне випробування у галіні особних видів мистецтва. Резервовий день для тих, хто по уважливих причинах не змог з'явитися на уступні екзамени 10 червня. Згодно законодавством при прийомі у гімназії улічуються як виніки уступних випробуванняў, так і годові адзнакі па вучебных прадметах. Каля 2,5 тисяч чацвёракласнікаў сёлета спрабавалі паступіць у 37 гімназій в області. В этом учебном году мы планируем открыть 2 класса. Контрольная цифра приема 48 учащихся. И в этом году у нас очень активно включились в вступительную кампанию учащихся не только городских, но и сельских школ. Наиболее высокий уровень показали по математике. Судя по тому, как ребята сдавали свои первые в жизни вступительные испытания в гимназию, я думаю и уверена в том, что к нам придет достойная смена. Оборона от хакеров. Девятиклассник Слуцкой 11-й школы Владислав Гадалу поспехово выступил на международном науково-инженерном конкурсе у Злученных Штатах Америки. Хлопчик удостоен специального приза – премии от буйнейшего у свете регистратора доменных имен. У конкурсе удельничали 1700 человек 75 краин. Владислав представил уластную распрацовку – систему, с допомогой якой уладальники сайтов могут керовать ими с мобильного телефона, отрымливающие поведомления об усих операциях и денег. Программа распрацована на 7 мовах. Первое – аналогов нет. Второе – очень прибыльная сфера сейчас, потому что каждый третий сайт, наверное, атакуется сейчас. Ну и давайте возьмем в интернете 1 миллиард сайтов. Представляете, какой доход получается примерно от хотя бы одного из 100 человек, которые используют веб-сайт. 36 хостинговых компаний уже связались со мной. Вот из разных стран, то есть Австралия даже уже, две австралийские компании. То есть моя задача является распространить эту систему и пустить в коммерческую реализацию. Влад Гадалов, он пришел ко мне 6 класса. На тот момент это был ученик в 6 классе, когда он пришел. Если он что-то не понял, то дальше урок не было смысла продолжать. То есть этот ребенок, ну, просто требовал к себе дополнительного внимания, поэтому я пригласил его на факультатив, и мы на факультативе уже дополнительно занимались. Між тим, вучні 11-й Слуцкай школи штогод гучно заявляють про себе як у Білорусі, так і на сусветній арені. У скарбонці – золоті і бронзові медалі міжнародних конкурсів у Польщі і Мексиці, а так само приз Усіросійської олімпіади по програмуванню. Достиження – це не перше, говориться. У нас постійно є ребята, які участвують в республиканских олимпиадах, и в этом году получили мы диплом на республиканской олимпиаде по белорусскому языку. И ежегодно есть такие ребята, которые
приносит в школе, говорится, славу. И о школе простой, говорится, школе, которая, можно сказать, из глубинки. Услышали не только, например, в этом году у нас в Беларуси, но услышали и за рубежом. Молодцы и сами ребята, и в то же время и наши преподаватели. Ну и в школе в то же время приятно, что есть такие учащиеся. И на этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи.